В Санкт-Петербурге в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции совместно с коллегами из регионального ОФСБ России задержали на съемной квартире Дарью Трепову, подозреваемую в причастности к взрыву в помещении кафе на Университетской набережной, дом 25, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. В настоящее время с задержанной проводятся процессуальные действия. По решению руководства Министерства внутренних дел России в Санкт-Петербурге работает группа сотрудников Главного управления уголовного розыска Министерства внутренних дел России.